На реализацию плана «Молодежь и труд» в рамках программы «Жасыл-Ель» в этом году государство выделило в два раза больше средств, чем в прошлом. Цифры сейчас на экране. Впрочем, программа финансируется и из местных бюджетов. В 2013 году на местах было выделено 318 миллионов тенге, а в этом году уже порядка 304 миллионов. Кроме того, в 2014 дополнительно были предусмотрены более 70 миллионов тенге на идеологическую поддержку.